Данэлия Тулешова примет участие в кастинг на шоу «Евровижн Джуниор». Сегодня триумфальную победительницу украинского проекта «Голос Диты» поздравляли с победой в Астане. 11-летняя звезда поделилась планами на будущее. Знаменитую песню группы «Океан Эльзы» в исполнении Данэлии со слезами на глазах слушали миллионы зрителей шоу «Голос Диты» по всему СНГ. Сегодня талантливый ребенок почивает на лаврах в самом хорошем смысле. К ней приковано всеобщее внимание. Букет цветов маленькой звезде вручил Арыстанбек Мухамедиулы. Министр пообещал выделить Данэлии первоклассную студию звукозаписи в любом городе, познакомить с известными композиторами. Кроме того, он передал поздравления от Нурсултана Назарбаева, который пожелал Данэлии успехов. Я хочу спасибо сказать всему Казахстану, то, что они меня так поддерживали и тепло приняли. И вообще я хочу, конечно, сказать большое моему классу, моим родителям, моей семье и моему педагогу Наталье Александровне за то, что она меня так подготовила. Данэлия Тулешова обрела невероятную популярность после первого же появления на сцене шоу «Голос Диты». Запись ее выступления за полтора месяца посмотрели почти 8 миллионов человек. Таких результатов с трудом добиваются даже некоторые мировые звезды. Данэлия признается, к каждому концерту готовилась основательно, выкладывалась на сцене на 200%. Итог – победа. Сегодня ее пригласили на кастинг детского Евровидения. 31 канал будем проводить национальный кастинг согласно правилам Евровидения. И определим, кто из наших детей в первом полугодии будет понятно, кто поедет представлять Казахстан в Минск. Я совсем не против поехать на Евровидение, потому что это еще один шаг большой. Но сначала мне сейчас надо, конечно же, догнать школьную программу и закончить хорошо четверть, хотя бы не... Ну, чтобы были хотя бы немножечко пятерки, потому что я много пропустила. До кастинга на Евровидение у Данэлии есть время. И, возможно, эта малышка скоро покорит еще одну мировую сцену, представляя родной Казахстан. Илья Рыбин, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.